Что, ну, не дождались наконец-то возвращения чемпионата. И, ну, как, с одной стороны, счастливы, но... Что? Ну, тяжело, и так и такая тяжелая игра, и эмоции. Понятно, вот разница и в командах, у которых есть задачи, у которых нету задач. Вот разница психологии, насколько им проще. И ничего, никакого груза над ними не давит. Ну, еще первая игра, и надеюсь, что будет, будем улучшать качество игры. Ну, в принципе, качество игры было в первом тайме достаточно высокое. Я говорю, во втором чуть начали переживать за результат. Ветер еще подул, конечно, против ветра было. Ну, молодцы, молодцы, очень хорошо вышли ребята на замену. Вот это и проявляется командный характер, когда люди сидят на замене, не обижаются, а переживают за результат, выходят. И увидели, с какой агрессией вышел Артем Щедрый, сколько выиграл один набор, сколько обыграл один в один. И Мишуренко вышел, зацепился и забил победный гол. И Вова Коробка вышел, помог. И Захальский наладил в центре поля. Поэтому вот это команда, когда все едины в одном порыве, стремлении. Ну, так, такие команды добиваются результата. Поэтому всех с победой. И всех поздравляю с началом чемпионата. Вот сегодня начало.